Привет, зрители! Подкатываюсь к нашей точке замера. Все потому, что стартовать с места бессмысленно. Продолжаются последствия снегопада в Москве. Все залито мерзкой жижей. И даже полный привод сейчас нынче шлифуют 74 колесами. В общем, реально динамику разгона невозможно показать. Но сделать это так, условно, как это делал бы обычный человек, почему бы и нет, просто не придавить, вот, посмотреть, придавить педали, господи, что, смотри, что, пора брать отпуск. Итак, сейчас мы с вами посмотрим, как разгоняется V6, 3.6, 318 сил у этого автомобиля с 9-ступенчатым автоматом, это Chevrolet Traverse, казалось бы, семейный кроссовер, но с такой шестеркой, которая прям просится в Корвет, ну не в Корвет, в Камаро, да, в Камаро у нас только двухлитровый, вот такие вот удивительные перипетии. Интересно, что есть мануальный режим, вот он здесь реализован через плюс-минус на торце. Забавное решение, но нас интересует максимальная возможность. Ну что ж, я готов с двух педалей. Давайте сделаем это. Невероятная динамика разгона, честно говоря. Ну, немножко заминка на старте. Понятно. Сейчас мы примерно оцениваем возможности автомобиля, не говорим про то, какова реальная динамика его разгона. Мощность есть, можно сказать так. Мощности очень много, мотор великолепно крутится. Прекрасная шестерка. И, на мой взгляд, подобный мотор излишен для семейного автомобиля. Хотя я тот человек, который всегда давит в пол. Но, исходя из практических соображений, если это семья, то, конечно, практические соображения во главе угла. Ну, зачем такой мотор? Кто знает, напишите в комментариях. Но мы убедились, что этот, казалось бы, большой крупный автомобиль готов надрать задницу большинству спортхэтчей и прочих там турбо-шмурбо. Вот такая вот атмосферная Америка, которая радует отличной динамикой и великолепным звуком V-образной шестерки. Круть!